пожарные. Трамвай, кстати, так и не проехал. Походу остановились трамваи, слышишь? Да слава богу. Еще бы движение блокировали бы. Потому что не дай бог там сейчас взрывы пойдут. Ну, по встречке стала машина, видишь? Пожарки. Ну да, молодцы. Да они сейчас сами бедные подойти туда не могут, там, представляешь? А вон легковушки едут все равно. Всем пофиг, блин. И он разворачивается. Да их вот тут нельзя пускать. Уже. Я в шоке от людей, блин. Газовая заправка говорит, они едут, как ни в чем не бывало. Видно, со стороны не видно, то ли там мусорный бак, то ли заправка. Нет, там уже не мусорный бак. Там со стороны не видно. Но огонь-то очень большой. Ёб твою мать! Я ж выключила! Пожарные, нихуя себе! Твою мать! Кошмар, меня обжигает огнем аж, блин! Там машины! Пожарные, пошло! Там пожарные погибли, по-моему. Отойди. Меня аж огнем обожгло. Просто. Заправка, да? Да. Обалдеть. Народный баллон. Это уже машина взорвалась. Какая машина, блядь? Твою мать, блядь. И снял, да? Прикинь, там же люди, сука.